Здравствуйте, уважаемые самодельщики. Хочу представить на ваше обозрение свой мини-трактор. Посмотрел в интернете, люди делают. А чем я хуже? Дайте я попробую сделать. Ну вот, в принципе, и сделал. За основу рамы пошел квадратный профиль 80 на 80, толщина 4 миллиметра. Задний мост от Жигуленка укороченный. Коробка от Жигуленка четырехступенчатая. Стоит она, подвешена она на 75-м уголке. Вот 75-й уголок. Вот 75-й уголок. Вот 75-й уголок урезан. Ну, здесь она очень хорошо садится на отверстие, по отверстиям. И здесь вот я уголочек с уголком соединил здесь. И просто все разборное. Все разборное. Переднюю балку я сделал из 8-го швеллера. Австрийского толстостенный, из двух частей, как уголок. Собрал его в трубу квадратную. Вот. Это все от Жигуленка. От Жигуленка. Здесь просверлил, втулочки приварил. На 16 шкворней рулевое. До безобразие просто рулевое управление. Очень просто. Значит, здесь рулевой редуктор. Все вращается очень легко одним пальчиком. Вот. Очень легко вращается. Кронштейн под руль сделал, чтобы жесткость была. Все вращается исключительно хорошо. Значит, передние колеса атаки, но диск атаки, внутренняя часть вырезана от 13 дюймов врезанная. Вот здесь вот видно, что сварка была, вот, вот. Отлично, и с той, и с другой стороны. Задние колеса тупо жигулевские. Двигатель от снегохода Буран. Ну, немножко тут я переделал ее, но половины не было. Я по-своему сделал. Тут зажигание и все. Вот. Карбюратор пришлось докупать. Вот. Бачок. От мотоблок от старого. Под бензин. Значит, это вот часть. Вот эта часть. От Жигуленка приподнял, чтобы удобнее было. Значит, это педаль газа. Это педаль тормоза. Она как бы... Значит, сцепление я сделал сам из восьмерочного барабана. Все прекрасно получилось. Раньше у меня был вариатор, стоял здесь на ремне. Нет, ремень горит, он хрень. Не тянет, короче. Да, тянуть-то он его дури, 27 лошадиных сил он не тянет. Тянуть он будет, просто ремень горит. Поставил цепную передачку, вот здесь звездочка стоит от ижа. Ведущая и ведомая. Прекрасно работает, вполне устраивает. Чтобы переключить скорость, нажимается педаль. Педаль нажимается, а барабан стоит на месте. Двигатель работает на малых оборотах, он там зацепления нет. Вот. Я свободно переключаю передачу. Включаю или выключаю, включаю там вторую, также третью, четвертую и задний ход. Нажимаю на тормоз. Тракторок становится. Совсем становится. Потому что тормоз идет через коробку. Все, вот эта вот часть вся стоит. Я включаю нужную мне передачу. Но по ходу первую или вторую. Там на езду третью или четвертую. И все. Он. Нажимаю газ, он здесь, когда нажимаю газ, оборот увеличивается.
тормозные колодки расходятся. Внутри барабана, да? Да, и внутри барабана, и у меня получается сцепление. Прекрасно работает. Для пущей важности вот сделал ручник. Пусть будет. На одно колесо, но он работает. Это стояночный, будем говорить. Дальше, задняя навеска. Что она из себя представляет? Сейчас я покажу. Задняя навеска. Опускаем. Все. Значит, вот еще раз рычаг покажи, как там работает. Какой? Вот ну, это? Да, навеска вот эта, как рычаг у тебя работает. Вот, пожалуйста. Значит, здесь два подокучники. То есть борозда здесь, картофель здесь, это окучник. Это выкапывать картошечку. Для выкапывания. Это два отверстия от мотоблока. Стандартный от мотоблока плужок. Все. Крепится сюда. Ну, рассчитал, чтобы он вот идет по краю. То есть в борозде. В борозде при пахоте. А это вот нарезает ровно столько, сколько нужно. Все. Это работает прекрасно. Здесь вот, кстати, про подвеску. Мне понравилось вот что. Я сделал, как бы она сама себе зажимает. Сама себе зажимает. Здесь радиус, вот здесь, на уголках. Радиус. И вот здесь вот радиус. Если я опускаю, она упирается вот этой частью. Вот смотрите, сейчас. Вот опускаю. Она раз, упирается, зажимается. Все, ниже она не пойдет. Здесь две. Как два. Кронштейна. Ну да, будем так говорить. 30-й пруток, все здесь через уголок выведено, вращается. Ну, в общем, где-то вот так. Сиденье жигулевское, да? Сиденье жигулевское. Да тут просто все, господи, ну, уголок вон вытащил, кронштейники в сторону вывел, поставил на болтики и все. Простого тут, сложного вернее, ничего нет. Птицы.